Здравствуйте, меня зовут Сдобин Захар. Я хочу рассказать о подвигах моих предков, воевавших в Великой Отечественной войне. Медаль за отвагу – это высшая медаль в наградной системе из СССР. Двух таких медалей был удостоен мой прадед Бессонов Александр Александрович. Первую присвоили за то, что он при отражении 8 вражеских контратак в районе безымянной высоты огнем из автомата уничтожил 6 гитлеровцев и не дал завоеванных позиций. А вторую, когда за время боевых операций выезжал со своей автомашины на поле боя с бригадой ремонтников для восстановления подбитых танков. Одной медали за отвагу удостоился другой мой прадед Сдобин Григорий Емельянович. За то, что он проявил мужество и отвагу, находясь на самых ответственных участках под огнем противника. Лично уничтожил 4 фашиста. Я восхищаюсь их мужеством и отвагой, проявленным при защите Отечества. Я помню и горжусь своими предками.